Rainbow English рабочая тетрадь, юнит 4 и 21 упражнение. По нему нам нужно создать новые прилагательные, используя префикс или приставку an. Что нужно помнить, в учебнике у вас это правило вроде бы должно быть, что когда мы ставим к английскому прилагательному приставку an, то слово наше, то есть прилагательное, приобретает противоположное значение. То есть, например, important – важный, unimportant – неважный. Да? То есть создается антоним. То же самое нужно сделать с остальными. Ну, приставку an несложно добавлять. То есть тут главное знать перевод потом. Итак, пишем unhappy. Что это значит? То есть если happy – счастливый, то unhappy – несчастливый или несчастный. Born – рожденный. Unborn – нерожденный. Pleasant – приятный. Unpleasant – неприятный. Cloudy – это облачно. Uncloudy. Но это, наверное, как не то, что не облачно. Ой, не то поставила. А, наверное, как ясно. Ну, давайте напишем все-таки необлачно. Ладно, пусть будет необлачно. Interesting – интересный. Uninteresting – неинтересный. Comfortable – удобный. Uncomfortable – неудобный. Successful. Слово сложновато читается. Unsuccessful. Ну, неуспешный. Именно как неуспешный. Healthy. Здоровый. Unhealthy. Нездоровый. Fit. Ну, тот, который в форме. И если мы делаем прилагательное unfit, как бы его так сказать, ну давайте быть в плохой форме. Вот то, что у нас может с приставкой an получиться.